Как правильно сказать? Информатика управления. Информатика и управление. У вас нет программы? У вас есть программа? У меня есть программа. Читаю. Хорошо. Чтобы вы не считали, что я дурацкие вопросы. Качинский. Иван Иванович, Эдуард Эдуардович. И всю все. Жизнь, всю жизнь. Да. А? Да. Всю жизнь меня путают, я уже привык. Нет, у вас про вас ничего больше не будет. Не, ну вот программа. Да, да, хорошо. Маленькая энергетическая вводная. Мир, частью которого вы являетесь, в том числе данный момент, непрерывен, бесконечен и цикличен. Из того, что он непрерывен и бесконечен, следует, что любые модели, множество которых могут быть представлены сегодня в ваших докладах, они в любом случае имеют бесконечно малую точность, потому что мир бесконечен, а модель ограничена тем набором логических подходов, которые в ней заложены. Соответственно, модель строится для какого-то решения определенных задач, и прежде чем модель обсуждать, нужно формулировать задачи, для которой она делает, зачем вообще. Задача, которую я для себя поставил, когда модель, которую мы представляем, пытаемся описать, это определить, что, зачем и как делать нам с наукой, как с процессом производства научных знаний в современной России и с учетом окружающих ее условий. Значит, это даже не экономика. Очень много говорят про экономику на самом деле. Мне пришлось добраться намного выше, значит, в геополитику. Известно, что однополярный мир прожил недолго, умер достаточно некрасиво, и сейчас происходит развитие следующего этапа, когда в мире будет существовать несколько центров силы, есть общепринятые критерии определения, кто сможет туда войти, население 400 миллионов, наличие значительных базы, технологические базы, значит, и так далее. Но на самом очень важно, о котором мы говорили, это значит, свой собственный социокультурный проект, который был действительно в России вот на данном уровне. Значит, можно сказать, что на сегодняшний момент определилось 4 условных группы, которые тоже название у меня назвать совпадает с названием стран, значит, не нужно, наверное, инвестиции, это группы стран, объединенные под общим руководством. И соответствующие этому конкретно, что это Нью-Йорк и так далее. Это Соединенные Штаты, Европа, Россия и Китай. Из них, значит, как это сказать? Значит, так как такие группы, значит, такие образования, которые исторически существуют достаточно долго, Соединенные Штаты в нынешнем мире проекта 100 лет, пока у них АСРС есть, то, соответственно, можно предположить, что внутри есть некий механизм замкнутый собственного воспроизвода, некий метаболический цикл, который позволяет им существовать в конкурентной среде, защищать себя и так далее. Для того, чтобы и наука, которую мы сейчас обсуждаем, она является частью этого цикла. Чтобы понять место науки для цели, что с ней делать, нужно понимать ее полотен, весь цикл целиком. Значит, для цели этой конкретной модели недолго, это модель на память. Значит, я заинтересовал вот такую вещь, значит, замкнутого цикла. Сначала источник ресурсов, который обеспечивает существование вот этого геополитического, значит, формации. Это источник ресурсов используется для того, чтобы финансировать в государственной экономике блок под названием технологии. Значит, я там рисовал чуть подробнее, внутри него, значит, вот никогда не знал, что я говорю, что это производит сам путинские модели и так далее, оказывается, да. Значит, там три блока: образование, наука и то, что условно называют концепт технологий. Значит, то есть механизм, который преобразует знания инженерной науки, дальше промышленности и производства. В Советском Союзе это было целевые НИИ, они были точно умерли, сейчас у нас нет вообще никакого механизма, концепт технологий. Значит, для чего нужны технологии и наука, в том числе, будет они? Значит, я обратил внимание, значит, вчерашний сегодняшний день, что так как, ну, мы внутри находимся МГУ, научной организации, то очень сильно заметно наукоцентричное отношение к окружающему миру. Весь существующий вокруг мира существует для того, чтобы мы могли заниматься наукой и нам было интересно. Вот на самом деле глубокое наблюдение. Я вам скажу, что 15 лет назад был IT-директором в одной, значит, большой европейской компании по производству строительных материалов, компании Копал. Значит, вот меня что поразило, пошел со стороны улицы, что, значит, сплоченный коллектив этой компании считает, что весь остальной мир только и думает о том, какие внутри там тайны валютного двора, кто его подсидел, какой завод купил, куда. И, значит, это, наверное, свойство человеческой психики. Вот для того, чтобы понять модель, значит, большого мира, в котором наука является всего лишь нашей функцией и этой частью, определенной целью, в условиях существования, нужно абстрагироваться, перестать быть объектом, стать субъектом. Поэтому, значит, исходим из того, что наука есть не более чем
посмотрим, как инструмент решить по задаче, которую знает мир. Значит, ну, не самоцель. Значит, соответственно, технологии, как элемент этой модели, они нужны для чего? Для того, чтобы обеспечить себе абсолютно технологическое задачу, геостатистическому программу. Значит, абсолютно технологическое преимущество, позволяющее обеспечить преимущество в производстве и количестве, скажем, средств принуждения. Зачем нужны средства принуждения? Значит, в теории управления, значит, организациями по менеджменту, функция любой организации навязать свои цели, сделать их внутренними целями сотрудников, которые наняты на работу. Вы должны отказаться от личной жизни. Цель организации, куда вы пришли на работу, должны стать вашими личными целями. В этом, значит, есть одна из главных функций организации. Значит, соответственно, в этом образовании должны быть средства принуждения, которые заставят конкурентов, значит, изменить массовое свое поведение в направлении выгодной с точки зрения конкуренции для соответствующего образования. Значит, например, покупать вот вашу продукцию. Значит, и так далее. Значит, идет процесс принуждения. Значит, и дальше поехали. Значит, четыре, как я уже перечислил, значит, основных групп. США на сегодняшний момент действующий эталон для политического иллюмината, обладающий образцовым типом функционирует, поэтому можно изучать, купить на вопрос, там все есть. Значит, Европа вот это бывший угасающий лидер, значит, видите, это пример того, как надо делать, поэтому даже не обсуждать, тем более не судить. Значит, Китай будущий лидер доминант, но там проблема состоит в том, что он очень специфический. Значит, никто не сможет воспроизвести его цикл, потому что ни у кого нет полумиллиарда нищих крестьян, которые готовы за службу лица делать все. У нас их нет. Поэтому примерно нам опять, значит. И Россия, значит, уже завтра нас пытались было списать, ну, посмотрим. Мы причиняем ряд сельскохозяйств, как требуем свое место в ЗАГС. Значит, у нас есть своя специфика, значит, соответственно, цикл на себя. Значит, вот надо понимать, вот, для меня это аксиома, ты писал, что задача обеспечить России, значит, свое место, как региональные доминанты, значит, и самодостаточность для меня аксиома. Я принципе не обсуждаю. Мы считаем и так. Начальные, входные данные аксиоматические. Это мы не обсуждаем. Значит, дальше поехали. Значит, США пример каталонной такой системы. Значит, поэтому, значит, пытайтесь это мыслить. Тут очень интересно, на самом деле, тут есть мысли, которые проверял на разных людях, которые вообще очень умные, которые сказали, откуда это взял, где прочел, нигде, я сам придумал. Значит, это не прочел нигде. Вот это все придумал сам. Значит, источник ресурсов в США неограниченная машинка ФРС. Значит, печатающие деньги в любых количествах. Пока работает. Сто лет работает, по ходу еще там лет 10, они продержатся. Значит, написать очередной закон, при повышаемом поголовку государственного долга еще там на 3 триллиона легко. Это вам не серебряный поток, который газ, как в нашем случае. Значит, этот источник, он уникален. То есть никому не удастся его воспроизвести, потому что вот цикл доминирования США его очень хорошо защищает. Мы не сможем свой рубль сделать 50 рублей, 50 рублей, сколько хотите. Китай не будет. Европу пытался, что не сделали за то, что вы пытались. Значит, не полезно. Значит, дальше цифра технологии. Неограниченный финансовый ресурс буквально заливает деньгами такую форму создания технологического преимущества, как вечером не видно. Значит, я достаточно много, несколько лет валился в этой среде, всего того, что он 20 лишним лет занимался, значит, айтишным бизнесом, и снова вернулся обратно по кругу назад. Значит, в предыдущей жизни я был секретной физикой, занимался моделированием стрельки зарядных физики специального назначения до 90-го года. Потом стало никому не нужно, и, соответственно, 25 лет занимался IT-бизнесом. Потом надо вернуться на программу. Значит, поэтому я очень хорошо представляю, что эта часть, связанная с лучшим бизнесом, там устроена. Она основана именно на том, что у вас на входе есть неограниченный поток денег. И вы в состоянии финансировать любой бред, абсолютно любой бред, сотни любых бредов. То есть надо видеть, например, как такие мероприятия проводятся Microsoft и другими венчурными фондами. Я их в Москве неоднократно сбыл, значит, в цифровом материале, в том самом. Когда за один день несколько групп, что называется гуру, пропускают через себя буквально две сотни вот таких вот молодых горящих ребят, которые принесли абсолютно бредовые идеи, сейчас мы построим еще программу, которая за 30, на 15 секунд быстрее найдет вам ближайшую пиццерию, и у вас ровно 7,5 минут по стандарту рассказать вашу бредовую идею, что вот эти вот уставшими глазами гуру решили, дать вам пассивное финансирование официально или не дать. И выбирать денег 550. И дальше это механизм. Там нет никаких эмоций, никаких. Там чисто логика механизм. Это машина. И она основана на том, что мы находим неограниченный ресурс денег. Значит, мечта любого, значит, стартапщика сделать свой стартап и потом по цепочке, значит, за счет этапа, значит, его продать. Получить и сделать следующее. Значит, соответственно, блок технологий в Соединенных Штатах, вот этот механизм, который затягивает тысячи и тысячи стартапов, это механизм получения ресурса,
технологического преимущества. Это американцы правильные ребята. Они всегда дают правильное решение. Только сначала придут все остальные. Это не анекдот, правда жизнь. Значит, соответственно, любая, значит, да, значит, любая, значит, большая американская компания живет за счет того, что они ежегодно десятки, если не сотни, стартапов себя интегрируют, из этого получают продукты. И вот это переходит за то, что клиент наступает в средствах жизни. Все, от Пентагона до Голливуда. Значит, заставить всех остальных брать фишки по ИРС. Цикл замкнулся. Значит, дальше некоторые примеры, как, значит, соотношение устроено, значит, все ограничивается. Ну, это как бы понятно, денег больше, чем всех остальных на физиках. Интересно, это какие-то Голливуд. Бюджеты крупнейших продуктов Голливуда, 2,5 миллиона долларов на аватар, а внизу красный, значит, это как говорим Голливуд, который даже больше, чем мы, и считай, еще мало. Вопрос о том, что инструмент убеждения под названием «Мягкая сила», значит, в Соединенных Штатах. Теперь цикл российский. Значит, у нас нет источника денег неограниченного. У нас есть другие вещи. Энергетическая империя была традиционной, как значит, такой, значит, теннис. Не всегда и хорошо получается. Почему, значит, одно дело построить северный поток, другое дело взять другие компьютеры. Это немножко разные вещи. Конвенция всего мира. Мы сейчас лидеры в мире, поэтому зерна. Кто бы ожидал? Тем не менее. Значит, транспортный функциональный хаб. Ну просто так вот жизнь сложилась, значит, Машка Брод нам дала возможность северный морской путь транзит. Значит, экспортерство нефти это лучшее в виде оружия. Это те источники ресурсов, которые мы можем себе позволить. Их принципиальное отличие, они ограничены по размеру. У нас нет неограниченного ПРС. Значит, технологии, соответственно, значит, мы должны компенсировать недостаток ресурсов, в том числе, значит, например, людей. Мы не можем залить наши технологии, наши новые людьми. Вот прибыли, сколько у нас людей с возраста 17 лет. Я у нас просто физически нет тоже людей, в отличие от Китая. Значит, у нас нет такого количества денег на науке, эта сумма постоянно снижается. Значит, вот круге обозначающий размер России, вот она там круче. Значит, для того, чтобы решить проблему, значит, как нам радикально повысить производительность научного труда, такое для катастрофического ограничения ресурсов невозможно получить. Единственный способ взять не числом, а умением, мозгами. Значит, вот та самая цифровизация науки. Мы до сих пор пишем статьи, как приматочные клиники, мужчины первым по искусственному интеллекту, потом уже по ходу печатаем в журнале и пишем диссертации по 5 лет. Значит, в то время, когда в параллельном мире мальчики, живущие, значит, в IT-бизнесе за 2 месяца на деньги Microsoft, значит, Azure по ушедению машин, лепят тот же самый прототип и через 2 месяца продают его за 30 тысяч в стартап. Вот соотношение. В разы и даже на порядке, скорости работы. Значит, и парадоксальные кончатся времена, когда большие поглощают маленькие. Быстрые и ярко медленные. На самом деле. Размер значения не имеет. Решение состоит в том, значит, что в парадоксальном трансфере технологий в обратную сторону. Не из науки вперед, мир не науку центричен, а из бизнеса в обратную сторону. В бизнесе эту проблему уже решили. Бизнес онлайн, который, если я не буду рассказывать, потому что рассказывать уже неприятно. Вот все то же самое, вернуть обратно в науку. Значит, пример, значит, мы уже не будем первыми. Процесс уже идет. Все слышали такое слово, как скопус. Компания Россия. Значит, все привыкли считать, что скопус это система для фиксации научных статей там, и так далее, и так далее. Значит, я сейчас занимаюсь ее попыткой внедрения картинки, это что-то байков, и влез в тему. На самом деле, значит, то, что это обозначается как система управления журнальными статьями, это только потому, что уже несколько сотен лет это компании в издательском бизнесе. Они привыкли описывать мир первых издательского бизнеса. А реально по функциям, это уже некий прототип системы цифровой науки онлайн, там есть средства для формирования научной группы, значит, поиска тем, значит, там миллион всего. Значит, но судится вокруг всего. Значит, значит, информация и код, значит, в научных статьях. Значит, 20% мирового рынка. А это Microsoft твоей области. Значит, есть ли open source проекты, значит, open journal system, open management system, это система для управления журналами, монографиями, конференциями и системами инвестиции. Делают в Канаде. Значит, тоже кое-чего делаем в России. Есть и лайфы. На самом деле, как я смотрел, это, значит, тот же самый фокус, только с оставанием на несколько лет. Ну, на самом деле, ошибка. Значит, не могу не сделать комплимент, мы из них его присутствуем, значит... Простите, а вы вместе никогда не могу? Не могу не сделать комплимент месту, где я присутствую, где я присутствую, который я изучал, последний месяц, даже там записался в качестве пользователя, и пытался, значит, говорить о внедрении в сеть. Мне было сказано, исходные коды не дадим, документации нет, по
внешнюю цель можно сложить. Это пластиковая карта совесть. Мы вас туда заведем, а дальше вы выбираете сами. Написано на первой, который, на бетоне, который еле ворочает. То есть это вопрос о стабильности, но пробку. Я как профессор это понимаю. Поехали, дальше пошли. Значит, и заключение. Соответственно, значит, единственное решение этой проблемы — это тотальная централизация процесса научной деятельности, не научных гипотез, а научных знаний. По-прежнему занимаемся, значит, своими науками, которые, значит, мы считаем нужными. А вот именно сам технологический процесс. Значит, мне ночью приснилось, что вот когда это все, вот давайте, например, значит, вот вы пишете статью, она у вас в электронном виде, у вас там форма, вы написали ручкой. Но ведь есть система математики, которая умеет эту формулу, например, того, чтобы легко обсчитывать. А если когда у вас вся статья оцифрована, то вы можете позволить читателю, это вот он видит формулу, может ее подправить, стоит результат. Он может нажатием кнопки перебросить систему, которая построит там конечно нервную модель, там, конечно, элементы, чтобы посчитать. Я думал, знаете, что голову. Когда я узнал, что в Сибири это уже сделано, и те 2500 журналов, которые стопки, которые будут купить, это все содержание цифровано, они только аннотации. Значит, у них есть специализированные журналы публикации баз данных. Можете опубликовать эти статьи, базу данных, в специализированном журнале. И ваш читатель будет ковыряться в вашей базе данных, как в базе данных, с отчетами с ней. А не читать статью традиционной мысли, как после батюшки Екатерины. Это уже сделано, на самом деле. Значит, то есть мы в любом случае не первые. Соответственно, это вот мое предложение состоит в том, чтобы подумать сообщество над тем, чтобы запустить поток этого рода, он не может быть одномоментным актом. Это не процесс. Значит, поэтому очевидно, что он может быть только формат open source, потому что нужно согласовать слишком огромное количество участников, группы людей. Значит, предлагаю начать этим заниматься. Кому интересно, даже надо записывать, меняемся. Я готов дальше обсуждать. Вопросы? Никита, такой вопрос. Вы сказали, что это написано на бетоне, который не ворочается. То бишь, получается, в IT-сфере бетон вообще не имеет права на существование? Или пробовать вообще не стоит? Нет. У каждого инструмента есть свое назначение, свое ты, свое. На бетоне прям очень быстро. И потом это будет очень близко. А можно? Да. Это вот по поводу рекламы, значит, это вот значит, реформа Академии, значит, и первый акт реформы объединения. Создали федеральный центр информатики управления, значит, которые объединили институт информатики, институт электронов, институт сильного анализа, который я говорю. Значит, это те три института, они как языка, они пропали. Сейчас это будет Финский и Саурус. Так, Юрий Николаевич, последний вопрос. Да. Последний вопрос. Я уже вставал. Пожалуйста. Ну хорошо, тогда два. Два последних. Нет. Первое. Тема супер. Вот для тех, кто хочет себя проявить, вот, пожалуйста. Но, вы знаете, как в театре есть, доведем до абсурда. А почему статьи рецензировать? А почему не включать онлайн семантический анализатор в момент, когда вам, пардон, в 3 часа ночи пришла гениальная идея, вы достали смартфон, начинаете патентовать свою идею, вопрос. Сидя на этом сайте. Я сказал, что это не статьи. Не статьи рецензировать, там мы сразу проиграем. А идеи собирать в онлайн и семантически реформировать вот так и сразу я формировать сразу новые идеи, которые будут реализовывать. Да. Вот у меня просто диплом так защитился в РАНКИКС. Предлагаю вам. Наверное, не случайно Господь нас свел, когда мы сели, вбрасывая идею, значит, логику. И поймите одно, что деньги — это категория не экономическая, а коллективно-психологическое. И вы как физики понимаете, что в экономике вот таких графиков быть не может. Экономика, она вот такая, вот оба рисовали. Поэтому обращаю ваше внимание, что практически денег уже нет. И все вопросы, разговоры об инвестициях и прочее, это глупость полная. Они давно в цифру перешли. И речь идет о циферках в каком-то компьютере. Почему он не так? ФРС я поставил компьютер, шлеп, и на порядок больше шлеп еще, одно нажатие только одной клавиши. Элементарно все решается. Вот это вы как-то осмыслите. Это очень принципиальная вещь для развития и вообще-то жилья. Давайте следующий доклад. Деньги — это бумага, да, вот это деньги. А то, что на карточке, это не деньги, это информация. Не более того, не больше. Спасибо.
Когда ПРС Ердым, а перекосов позже. Сейчас на России. Короткий доклад про поддержку. Свою оценку.